Привет. Решил я убить сегодня 2 зайцев и 4 кроликов. Знаешь, как решил убить? Решил убить по-другому. Сейчас у меня есть встреча в Адлере. Надо еще кое-что подснять. Еще, думаю, мы успеем немножко и порыбачить, раз в Адлер едем. Потому что много мне не нужно рыбачить. И заодно с тобой пообщаемся. Потому что в субботу и воскресенье решил уделять время своей жене. Это классно. Потому что, блин, чувствую, что ей моего внимания немножечко, да, и не хватает. Поэтому вот сделаем вот так. Объем. А то я посмотрел, знаешь, как бы январь месяц я отработал, можно сказать, без выходных. Даже мы с тобой ни на рыбалку не ездили, никуда, ничего. Пахал, как проклятый. А по итогу что получилось? По итогу не могу сказать, что прям январь месяц был продуктивный. Он нифига не был продуктивным. И знаешь, как бы, наверное, во всем должен быть баланс. Так же, как вот, знаешь, как бы в спортзал ходишь, мышцы качаешь. И когда ты мышцы качаешь, они же не растут. Они растут только тогда, когда ты отдыхаешь. Вот когда ты отдыхаешь, да, они восстанавливаются, и получается как раз вот регенерация этих клеток, этих мышечных волокон, и все, и у тебя мышцы растут. А если, например, каждый день ходить в спортивный зал и упахиваться, у тебя роста не будет, потому что ты просто-напросто будешь брать и, мягко говоря, просто мышцы будешь свои, не знаю, просто будешь мышцы свои убивать, и толку от этого не будет. Поэтому решил немножко сделать другую концепцию спокойного безумия. Сейчас мы, кстати, попробуем проехать немножко по другому маршруту. Поедем мы с тобой через Дублер. Кстати, выехали мы с Бытхи, да? Угу. Знаешь, мне там в комментариях пишут, вот, ты родителям сам выбирал квартиру, а не они сами, поэтому нельзя сориентироваться по районам, что есть хорошо, а что есть плохо. Как ты думаешь, вот такой вот комментарий? Не, ну это неправда. Ты же не покупал до тех пор, пока мы не приехали, сами не посмотрели. Ну задаток я внес, задаток. А? Я задаток тогда внес. Думаю, лучше я потеряю, думаю, еще 100 тысяч, думаю, чем не, я профукаю квартиру. Я понимаю. Но квартира-то нам понравилась, и жене, и мне. Я удивился, что маме понравилось, потому что все равно был очень большой пригорок. И вот этот меня и смущал. Ну слушай, ну мне кажется, на Мелодии леса сильнее, да, был этот подъем на Мелодии леса, да? Ну да, Леха что не мог заехать. У него когда автомата не было, он же, помнишь, приезжал? У него был пулемет? Ну вот он не мог заехать на эту гору. Ага. Там крутая была горка, там уже прям конкретно было. Слушай, а вот ты вот сейчас живешь в Сочи, вот в каких местах ты уже побывал? Ну, кроме парка Ривьера, кроме морского порта, где ты еще был? Ну, в смысле? Ну, куда-нибудь ходишь здесь, не знаю, там, Тисовую что рощу, там, или в Олимпийском парке, там, или еще где-нибудь бываешь или нет? Не, ну я везде был, но я не каждый день не хожу туда, конечно. А в Дендраре был? Да. Да ладно. В Дендраре, правда, уже... 4 раза был. Серьезно? Ну, чем нравится Дендрари? Ну там, знаешь, там как-то... Ну там как будто попадаешь в какую-то другую страну. Там же сам, знаешь, там деревья всех народов растут, как бы. Вот. Потом животные. Ну, вот в верхней части Дендрари там вообще есть несколько районов. Есть китайский район, типа, там стоит китайская, ну, типа, как китайский домик со всеми фентиклюшками. И это озерцо такое искусственное. И там вот как в Китае вот эти вот трава какая-то такая, чисто как в Китае растет. Не, ну, по-другому садишься туда возле домика, такое ощущение, что ты в Китае сидишь уже. Нет, в Дендрари вообще, с моей позиции, если рассматривать, очень интересно. Сколько стоит? Ну, я ж этот, пенсионер. И? А там по вторникам бесплатно. Серьезно? Да, пришел, показал пенсион, она билеты выписывает. И вверх, и низ, да? Да. А внизу тоже гулял? Ну, там я чаще. Низ, почему? Потому что там озеро есть, да, романтика, да? Так там и лебеди, там пеликаны, там эти курятина бегают, вот эти мелкие, вот эти вот карликовые куры там.
Они уже меня знают, я их кормлю, они меня увидят и говорят, что они тупые, не запоминают. Они запоминают, они как увидят, что они уже бегом бегут. Короче, вот. А вон это на морпорту я рыбачу. Они тоже уже как увидят, видать, увидели, что башка белая. И все, сразу плывут утки туда. Я их прикармливаю тоже, подкармливаю. Слушай, ну ты посидел за полгода, да, если не ошибаюсь? Да, я, это когда жена заболела. Это тебе сколько было? 33 года ты посидел, да? Даже быстрее, чем я? И сколько тебе было? Да я не помню, это 93-й год, что ли. Это сколько там было? Ну да. В 35 лет, да, грубо, да? Ну, под 40, что ли. Под 40, я считаю, ты взял там и за, так нервничал так сильно? Ты за нервов, да, так взял и посидел, да? Нет, это не в этом дело. Там же, это кажется легко. А на меня сразу и дети, вот там же, считай, даже некого было сидеть с детьми, правильно? Дети-то маленькие, что, большие, что ли? Сережка вообще был... 6 лет? Нет, 4 года. А, или 4, подожди, какой год? 93-й год? Не, 5 лет, получается, было. Ну, если он 88-го года. Это он второй раз когда поехал, а это еще раньше. Я же тебе говорю, он, помню, аж до слез, можно сказать. Когда пришел, говорит, пап, я что? А там, говорит, я лежу, а там... Дверь, говорит, так приоткрывается, закрывается. Я пойду, говорит, открою, посмотрю, там никого нету. Это в Орске у нас был двухэтажный дом. Мы были в школе, он оставался один, пятилетний оставался один в доме на втором этаже, а там немножечко окна были приоткрыты. И все. И он должен был нас прождать 5-6 часов, да, чтобы мы быстренько пришли. Нет, зачем? Я же на обед приходил всегда. А, ну да, в обед. Но да. Все равно переживаешь же. Ну вот представь, у тебя ребенок 4 года, ты на работе. Как ты нормально? И он один, да? Работать? Один. А почему ему детский сад не отдали? Не помнишь, почему не отдали? А там детский сад его и не брали. У нас же Орск был очень такой интересный город. Там Левина очередь в детский сад пошла, когда он был в первом классе уже. Не, ну это факт. А все говорят про Сочи еще что-то, да, говорят, да? Про Сочи. А не, в любом другом городе также все это. Я тебе говорю, Еву тоже. Там уже я их возил в школу раннего развития, и ей пришло это удивление, что ее в садик можно. Это уже ей было 5 лет. А, ну и получается переживал за маму, да, и за сына, маму, да? Я сильно не переживал. За сына, который один сидел дома, да, и все это вот наложилось, да? За детей, да, да. За полгода ты посидел, да, получается, за полгода? Да, да. Ну это жесть, конечно, было. Тот период времени это было жесть. Плюс еще зарплату не платили, да, если я не ошибаюсь-то не было. То только нужно было еще. Шабашки, да, шабашки. Там, считай, работаешь на производство. Вот. И также я же и обшивал машины, все, и тем более уже народу не было 10 человек, как раньше. Там, когда заболела-то Ларис, там нас было двое, Юрка и я, вместо 10. Но мы-то все это успевали. И оптимизация прошла, да? То, что раньше делали 10 человек, стали делать 2 человека, да? Да, да, да. И при этом без зарплаты. Без зарплаты. И вот, считай, там отработаешь без зарплаты, а потом еще деньги-то надо где-то брать. Еще остаешься там кому-то дверь, кому-то гроб сделать, там кому-то окно. Это уже вне этого делаешь. Ну, вот, ты всегда приходил 8-9 вечера, да? Да. Хотя работал до 5, получается, да? По большому счету. Вот и прикинь, за детей нервничаешь там. Вы же тоже были маленькие. Че думаешь? Вот. Ну, 12 лет мне было, да, 12 лет. Да, ребенок ушел в школу, два ребенка в школу ушли. Тем более далеко на школу находилась, да, мы там не близко, там через дорогу надо переходить. А ты думаешь, как они покушают, как они там, ну, сам знаешь, это же переживание. За жену я не переживал, там уже я знал, что в Таласе врачи, это там, тем более там знакомые все врачи, ну, они нормальные. Ага. Вот, я знал, что они там профессионалы, они вылечат. А вот за детей я здорово переживал. И считай, я помню, ты за полгода посидел, да? Да, быстро.
Ну ничего страшного, не жалеешь, да? Не хочешь красить волосы, ничего. Да я хотел покраситься, а внучка говорит, дед, тебе так красивее. Я говорю, ну ладно. А так, думаю, что без проблем. Он антисидин продается, можно им. Слушай, а не проще было в таком случае, чтобы не сидеть ничего? Проще было уйти из семьи, да и все, что-то молодой тебе. Ты был моложе, чем я. У тебя было там 35 лет. Ну, понимаешь, есть такое понятие честь, совесть. Вот. Там такой принцип. Если ты еще не женился, думай, анализируй там, прогнозируй, стоит, не стоит. А если ты женился, что бы ни случилось, все, ты не имеешь права уходить от семьи. Ну, я так рассуждаю. Остальные, это ну, не мое дело. Там, может, ну, как-то свои понятия. Сейчас же, как говорится, свободная любовь там. Вот. Поэтому там, если что-то случилось такое, что, ну, как бы, неприятное в семье. Мужики сейчас сваливают пофиг. Ну, и то я не уверен, что все сваливают. Я думаю, что 70% нормальных мужиков, которые будут до конца заниматься семьей. Угу. Семья же это... Как вот можно взять от ребенка уйти? Я не понимаю этого вообще. Не, ну, бывает, что ребенка схватили и уехали черт знает куда. Ага, это другой разговор. Это другой разговор. Вот у тебя ребенка схватили, уехали черт знает. Но ты же этого ребенка не бросил. Я же 2 года ее искал. Ты вспомни. Да. Меня же просто на секундочку, когда у меня жена уехала, я к ней нормально отношусь, все. Но вот она, когда забрала ребенка, уехала. До последнего я когда приходил ребенка, чтобы увидеть, когда развелись, мне теща говорила, что да вот они пошли только погулять, только они уже в это время полгода жили уже в Москве, правильно? Да. Я приходил, не мог. Потом, получается, у меня была вечеринка в Москве. Мне вручали тот самый автомобиль, который назывался Шкода Фабия. Я приехал туда, если не ошибаюсь. Ну и все. И все равно искал. Я даже не знал, как в Москве найти ребенка. Даже не знал, как. Помнишь, тебе все? А я из этого тоже. Я не нашел, и то Светка говорила, ты там подожди за углом. Нет, ты вспомни, как я нашел. Как я нашел? Ты же не помнишь уже? Не помню. Я же рассказывал. Я беру. В Москве перебегаю дорогу в неположенном месте. Ночью я колхозник в Сорской. В Москве особо никогда не был. Да. Первая поездка в Москву. Меня берет и девочка немножечко насаживает на капот. Чуть-чуть, слегонца. Я же рассказывал, когда там тык-тык, когда у меня штаны были это порваты. Думаю, так получилось. Соответственно, ладно, короче, познакомились, что, как да. А я, что, ну, я нормально, ну, немножко на компоте проехался, прям совсем чуть-чуть там, ну, это не считается там, ну, никакие травмы не получил. Я, соответственно, все. Ну, что-то начали с ней разговаривать, такая девчонка такая хорошенькая такая, и начали с ней разговаривать. Ну, она говорит, что здесь? Я говорю, ну, я здесь, говорю, по работе, говорю, да, и ищу своего ребенка. Так, в смысле ребенка ищешь? Ну, такая, я говорю, ну, у меня жена переехала, бывшая, ребенка увезла, уже 2 года ребенка и не видел. Ну, не говорит где. Говорит, что живет в Москве. Она говорит, а как фамилия у ребенка? Ну, я все, да. Говорю, а зачем? Она говорит, ну, я же, следователь. Она вообще говорит, поэтому она так испугалась. Я же, говорит, следователь. Я говорю, ну, ладно. Ну, телефонами обменялись, ну, там, ладно, думаю. Через 2 месяца берет, присылает, говорит, у тебя, говорит, ребенок, говорит, ходит вот в этот детский сад Орехово-Зуево, там-то, представляешь себе? Молодец. И помнишь, что я поехал, я думаю, я взял опять на поезде, поехал, пришел к этому детскому садику, стою, жду, все, и потом раз, вижу, дочка, мы с ней так-то, потом смотрю, за ней приходит как раз, я помню, до 5 как раз, в 5 часов вечера приходит как раз жена. Ну и мы с ней вроде поговорили через зубы, все, ну как бы я с дочкой пообщался, все, что она, кстати, меня не забыла, ничего, все нормально, все хорошо. Потом поехал на следующий год, помнишь, был на соревнованиях по рукопашному бою, она тоже прила, и все. И потом, получается, более-менее что-то стало. Потом, соответственно, потом, когда ей было 7 лет, у тебя был юбилей как раз, 50 лет у тебя было, да? Я помню, взял и тебе, помню, подарил машину на 50 лет, да? Помнишь? Угу.
А это поехал, думаю, ну, раз жена, думаю, ну, как бы, думаю, замуж выходит, она как раз выходила 7 июня на твое день рождения, на твой юбилей, у них была свадьба. Ну и, соответственно, я привез цветы чисто из уважения, как бы не под масло, просто как бы. Ты помнишь, да, эту ситуацию? Я взял, цветочки привез. Вышла дочка, дочка была в голубом платье, я помню, такая, я ей отдал эти цветы и говорю, передай маме, ну и все, и ушел, как бы, и ушел, вроде бы, как бы, все нормально, все хорошо, а потом из этих цветов началась самая глубокая зайца, помнишь, да, этот эпизод? Я не знаю там. Ладно, я расскажу, ничего это плохого. Не, не надо. Ладно, не короче. Надо. Это... Короче, факт то, что получилось так, как и получилось. Потом у нас также были натянутые отношения. Во всем все винили меня, что я такой плохой, хотя не я от ребенка отказался. И потом, соответственно, мы уже с ребенком взяли, я помню, первый раз съездили мы в отпуск, да, вот в Турцию, и пошло-поехало, как бы, два раза в год мы виделись, все нормально, все было хорошо. И был один переломный момент, один раз там у меня были проблемы на работе с каким-то псевдопрокурором, я эту проблему решил, и уже у нас прям совсем стали другие отношения. А так, да, было такое, бывает. Сейчас все равно, надеюсь, в Турции все хорошо, все прекрасно. Так и так. Потом постоянно Настю куда-то возил, куда-то это... Ну, люди, видишь, все равно подумают, они же такие все у нас злые же в комментариях, подумают, что вот, папа не бросил, а ты бросил. Но я же не бросил, меня украли. Я могу сказать, что на тот момент у меня ребенка украли. Ну, я не прав, его увезли, и меня полгода просто мурыжили. Я приходил там, как воскресный папа, там, приходил, хотел увидеться там в воскресенье. А вот она только сейчас ушла, только сейчас. И теща не говорила, что они уже полгода уже живут в этом, как его, уже живут там в Москве, там, в Подмосковье и тому подобное. Вот, так, такая ситуация была. Но опять же, я сам виноват, что тогда так получилось, потому что ты же помнишь тот период времени, вы меня никто не видел. Я работал одновременно там на 7 работах, я и ночью работал в клубе, и секции вел, и в 39 часов у меня была нагрузка в школе, и 36 часов было в дополнительном образовании. Я, получается, на чужих детей уделял времени больше, чем на своего ребенка. Это... До сих пор не забуду, как 25 градусов мороза, минус 25. На 15-й школе проходит соревнование по футболу. Ребенку год, я ее с собой беру. Ну, а как еще? Я... И вот дети играют, и с этим ребенком встаю, а то у меня Настя замерзла по самой не хочу. Ну, зато вот так вот мы и проводили время. Слушай. Я не считаю, что ты ребенка бросил. Потому что я тебе говорю, вот то, что ты делал для Насти вот на протяжении столько лет, это не для показухи, а действительно, потому что ребенка не обманешь, она сама знаешь к тебе как относится. Вот. Ну, начал встречаться с человеком живым. Да я смотрел ролик. Представляешь, да даже, говорит, даже заплатил в кафе, ты представляешь, ну, как раз мужики-то есть, да? А то у нас я сейчас это говорю, модно, раздельные счета, раздельные. Я говорю, это сейчас процентов 70, вот хоть сейчас со мной будет кто-то спорить. Ну, я вот на рыбалке, там приходят пацаны рыбачить, я наблюдаю за их мировоззрением. Я считаю, процентов 70 нормальные пацаны растут, мужиками растут. Да? Конечно. Я сначала сам думал, что сейчас современная молодежь – это одни отбросы. Ну, посмотрел нормально, там, я говорю, вот… Короче, хороших людей больше, чем плохих? Конечно. 100%, да? Конечно. Ну, вполне возможно, да, согласен. Ну, хотя вот сейчас что-то не цепилось, пока к тебе ехал. Еду, короче, через две сплошные линии разворачивается какой-то у нас, как всегда, коренной сочинец. Еще что-то мне сигналит, и что-то еще, это, ну, как бы, типа, за то, что я не пропустил на транспорт, значит, две сплошные линии. Представляешь себе? Еще тут. Я, блин, поехал за ним. Говорю, ну, тормози, говорю, ну, что ты там кричал? Он там бедный, все. В итоге я смотрю, он так бедно обкакался, что чуть две машины не сбил. Ну, перестал. Просто вот есть такие люди, по ним тяжело судить, правильно? Все равно их мало. Такие-то интересные, в кавычках. Когда я преподавал, вот, вел секции, вот там на футболе, ты же знаешь, там пацаны между собой цепанутся, все. Вот один, я помню, такой инцидент был. Там, у меня там пацанишка был, я забыл, как звали.
Он такой прямой, типа стрелец. Одному говорит, вот смотри, я тебе 3 раза мяч кидал, ты мне ни разу не передал, ты тупой в хлам. Он говорит, да я не тупой, я просто, я особо одаренный, я считаю, что я лучше тебя играю. Он, нет, ты тупой, чтобы, если тебе дали мяч, ты должен обратно. Нет, ты ошибаешься, я особо одаренный, вот то, что я понимаю, ты не понимаешь. Вот поэтому, знаешь, вот есть люди особо одаренные. Нет, ты меня попросил, чтобы я больше не ругался, да, чтобы не говорил, вот, что там тупой или не тупой. Не тупой, я такой слова не буду использовать, слова, да, некрасивые. Будем за красивый русский язык. Да, лучше особо одаренные. Да. Блин, ну все равно, конечно. Слушай, ну у тебя жизнь даже веселее, чем у меня. У тебя, ты за свою жизнь столько провел, ты перенес, столько прожил, столько всего в своей жизни побывало, да? У тебя вообще жизнь не скучная, так скажем, была? Не, ну у меня разнообразие же было. Даже по работе. У меня же, считай, работ целая куча была. У меня, чтобы даже чисто взять трудовую книжку, что там за записи. У меня там есть и токарь 3-го разряда, киномеханик, штукатур, маляр, потом сапожник, столяр, шофер. Там, я говорю, там очень много профессий. Ну, это же сейчас люди подумают, что ты там полгода там, полгода. Нет, ты же везде долго отработал. Везде долго работал. Просто разные специальности. Я в солярке 20 лет отработал. 11 лет я в школе отработал. 11 лет даже? Да, 11 лет в школе я отработал. Я 6 лет отработал, но мне кажется, в школе 6 лет идет, не знаю, там, за 6 лет отработал, такое ощущение, когда отработал лет 50, но это реально там сложно. В школе сложно работать не с детьми, а сложно работать в коллективе, с администрацией. Это, конечно же, мне кажется, в школе делать все возможное, невозможное, чтобы, не знаю, там, чтобы учителя занимались чем угодно, но не воспитанием детей. Это тоже можно понять. Я вот все думал, почему администрация тебе как бы палки в спицы вставляет, да? А на самом деле... Она тебя закаляет. Нет. На самом деле они как рассуждают? Они требуют с тебя по... Ну, по инструкции. Вот у них есть своя инструкция, что вот учитель того-то должен делать то-то, 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 то-то. Им глубоко плевать там, что дети разные, у всех разный характер, каждому надо по-своему подойти, на это надо время. И они-то это не понимают даже. Вот сейчас кому скажи, любому директору там, вот что с детьми надо вот так, он скажет, ты что, дурачок, что у тебя же есть вон инструкция, вот так по ней все делай, уже там до тебя все пересчитали. Вот, они считают по-другому, как в анекдоте, говорит, машину, говорит, для бритья изобрели, говорит. Говорит, вот просто одеваешь, говорит, маску, говорит, и тебя побрили. Так конфигурация лица-то у всех разная. Ну да, сначала разная. Вот так же здесь, вот это вот получается, они под общую инструкцию подгоняют и начинают делить трудные дети и хорошие дети, да? Угу. Вот. Моя задача была всех трудных детей собрать в кучу и сделать из них нормальных людей. Я также подошел, собрал их в кучу, а оказалось, они вообще даже близко не трудные, понимаешь? Это те дети, которые как бы считают свое «я», как бы они не считают себя подневольным. Вот они могут сгрубить кого-нибудь. А кому они могут сгрубить? Да тот, кто им сгрубил. Слушай, когда я работал учителем, и когда нужно было на одного ребенка вести 2 журнала, я еще к этому относился нормально. Потом стало, надо было на одного ребенка вести 3 журнала, я к этому тоже нормально относился. Когда на одного ребенка нужно было вести 4 журнала, я тоже, в принципе, к этому нормально относился. Но когда я был на финише, когда надо было 8 журналов вести, я считал, что это уже начинает, ну, называется, ты не обучаешь детей, а ты просто берешь все это время, да, тратишь. Да, ты пишешь. Ты пишешь. И получается, пишешь. Ты либо должен на уроке не давать им нормальные данные и должен все это заполнять, либо ты должен вне. Я, насколько знаю, у тебя тоже журнал заполняла мама, да? Дома. Нет, я сам заполнял. Не, ну было же период времени, когда там просто жесть была, или сестра, или кто-то, потому что просто нереально было. Ты должен либо заниматься обучением детей, либо ты должен, не знаю, там, делать всевозможные отписки.
эти вот всякие, это не знаю, это, ну ладно там, техника безопасности, ну согласен. Оценочный это... журнал, согласен. Ладно, программный журнал, согласен. Потом еще какие-то там, сколько раз ты с ребенком делал какие-то профилактические беседы. Ну ладно, потом еще, вспомнишь, сколько было надо всего? По домам ходить, там, они, у них же было, что ты должен домой прийти, узнать, как они там живут. Это тупизм. Потом второй тупизм, это поурочные планы надо делать. Вот, допустим, каждый вечер ты должен сесть и написать план урока себе. Что ты там будешь делать, расписать, что ты там построишь. Хотя есть общая программа, где-то каждый расписано, правильно? Да, там же все есть. Вот. Не надо там. Нет, это. Я даже не пойму, это типа тебе назло. Типа, вот ты что, у тебя есть время как бы на отдых, то ты что, с ума сошел? Нет, давай поурочные планы пиши. Понимаешь? Ну да. Я вот так такое. Это вижу, никак иначе. У нас вон есть, были педагоги, девчата такие. Они уже там по сколько лет работают, они все эти уроки наизусть знают. И она должна написать поурочный план. Вот сам подумай. Ну, поэтому и получается у нас, получается, не обучение детей проходило, а была какая-то своего рода профанация. Да. Ты брал и описывал, как ты... это все равно, знаешь, что, например, продавец придет в магазин, и у него должен быть план, он должен быть разработать, как он поздоровается с клиентом, как он это... И должен быть это все анализировать. Тут приходит клиент, говорит, нет, стоп, извини, сейчас давай я посмотрю по инструкции, как мне, там, не знаю, там... Ты же как вспомню. Как это... правильно поздороваться, что правильно сказать. Я говорю, это, ну, это, опять же, мы же... Просто понимаешь, есть люди, которые за это получают деньги. Вот, например, когда открывалась большая Евросеть, нас собрали на трехдневный тренинг и, соответственно, дали четкие инструкции. Когда заходит человек, ты должен его встретить и должен ему сказать, вы к нам за покупкой или за хорошим настроением? Соответственно, он должен сказать, либо хорошее настроение, либо покупка, либо он должен тебя послать в жопу по-другому. Самое интересное, стоял человек, который контролировал тебя и записывал, сколько раз ты не сказал, чтобы тебе сделать штраф и так далее. И вот так вот мы проработали, и все. И я потом говорю, ребят, говорю, я говорю, некоторые заходят уже по второму, по третьему разу, говорю, ну, вы меня, конечно, извините, но мы как дебилы, ну, потому что, ну, ты, например, вышел, да, посмотрел какой-то товар, пошел, сходил в Эльдорадо, пошел, сходил в МВидео, тут же возвращаешься, и опять я к тебе прихожу, вы к нам за покупкой или за хорошую, и все. Я говорю, ребят, можете меня штрафовать сколько угодно, говорю, у меня нет времени выполнять вот эти ваши интересные инструкции, я в это время буду продавать. Ну, вот видишь, через сплошную линию едет девочка в очках. А куда ей деваться, правильно же? А эти тайные покупатели, помнишь? Угу. Нет, тайные покупатели – это отдельная такая, скажем, каста интересных людей. Я помню, тайному покупателю продал столько всего, и он говорит, вы меня зомбировали. Говорит, я купил, у меня, говорит, жена, говорит, что-то из дома не выгнала. Я говорю, и что, говорю? Он говорит, ну вот, надо сделать возврат. Я говорю, ну, вы же тайный покупатель. Он говорит, ну да. Я говорю, вы же не обязаны были покупать. Он говорит, не обязаны. Я говорю, вы купили. Я говорю, вам все понравилось, да. А он говорит, а я говорю, теперь что? Он говорит, ну, что-то я прям купил прям дорого и хорошо. Я говорю, ну все. Он говорит, а вернуть, я говорю, ну это же сложное радиотехническое устройство, на обмен возврат в течение 14 дней не подлежит. Он говорит, да как так? Я говорю, ну так. Ну все, все взял и объяснил. А он мне такой говорит, вот вы мне так все это. Я говорю, ну, а я откуда знаю, что сейчас не тайный покупатель? Я говорю, а если я скажу, ну хорошо, давайте сделаем возврат. А ты мне скажешь, а на каком основании ты берешь и слору. И говорю, да, поэтому вон, иди вон к руководству. Говорит, кто тебя послал, говорю, и все, говорю. Он говорит, да ладно, я говорю, да, говорю, а как это уже? И он, я помню, все с тайными покупателями все было. Хотя тоже были разные моменты. Один раз тайному покупателю чуть не втащил, чуть-чуть. Потому что и на тайного покупателя превращается, знаешь, какого? В тайного хама. Ну, бывает же такое, да, когда там переигрывают. Тайный хам такой. Я говорю, стоп, говорю, слушай. Это говорю. Чисто человеческая черта. Да, я говорю, ты, говорю, там ничего не перепутал. Во-первых, я этих тайных покупателей всегда, всегда просто выкупал, как я не знаю. То же самое, что бывает такси, который тайный покупатель или еще что-нибудь. Это, конечно, из категории бреда интересного. Но все равно вся работа интересная по-своему. Здесь у меня тоже каждый второй тайный покупатель.
берут там, названивают. А вот мы хотели бы купить вот такой вот объект, там, да там, ну, проблемный объект, везде в администрации все. Я беру, начинаю консультировать, но говорю, нет, здесь такие-то проблемы. Он говорит, ну, это понятно, все проблемы беру на себя. Я говорю, ну, да, да. Я в это время беру и пробиваю, думаю, что же у нас за тайный такой выкупатель? Смотрю, майор написано. Я говорю, слушай, говорю, я говорю, ты майор, говорю. Я говорю, реально майор, говорю. Я говорю, ты же, наверное, у тебя как бы опыт уже есть, все. Я говорю, ты себе хочешь целенаправленно купить проблемное жилье, говорю. Я говорю, ну почему у нас так говорят, говорю, что, говорю, все, говорю, полицейские тупые, говорю. Хотя не говорил это слово. Говорю, в меру классные и одаренные, говорю. Ну ты что, говорю? Ты что мне хочешь, развести, что ли, что-то? Я говорю, ну я же тебе сказал русским языком, это проблемный объект. Хочешь купить, обращайся к другому риэлтору. Он такое все. Такой, а что вы так разговариваете? Я говорю, ну а как, говорю, я тебе нормально отвечаю, ты берешь, и опять пытаешься, знаешь, такой, как бы, это бывает, как на допросе, бывает раз, и пытается тебя там все-таки подвести, непонятно под что. А вы знали и так далее. Я говорю, ну зачем ты это делаешь, говорю. Я говорю, ну хочешь, говорю, я тебе сказал русским языком. А я потом, знаешь, мне бывает иногда интересно поиграть в такие игры. Кто кого переиграет, ну просто интересно, видишь, что... Я говорю, ладно, когда там тебе обращаются тоже, там вчера ко мне женщина обратилась, говорит, Максим, я хочу купить Король Георг. Я говорю, ну лучше, ну, воздержаться, там хорошая цена. Я говорю, ну там есть определенные проблемы, но дом уже введен. Я говорю, да, введен, но есть определенные проблемы, я не знаю, решаться эта проблема или не решаться. Так вы мне отказываетесь в продаже? Я говорю, конечно, отказываю. Говорю, ну, во-первых, говорю, ну, я же знаю, что там все равно, хоть он и вез, но все равно там не хватает электричества, не хватает воды, правильно там, ну. Ну вот, и они начинают там эти непонятные вот эти игрушки со мной играть. Я прям не могу. Тоже своего рода тайный покупатель. Логично же? Ну да. Ай. Тайный покупатель. Не, я говорю, вот это. Система немножко неправильная, школьная. Слушай, погода сегодня классная. Обещали-то дождь. Вчера же мы с тобой разговаривали, что дождь. Ну, я же тебе говорил, Сочи это... Блин, надо мне лучше на лыжи поехать. Хотя на лыжи, наверное, завтра поеду. Все-таки попробую испытать свою ногу, сломается или не сломается. Не забудь-то на обратном пути забрать. Костыль? И костыль есть. Все забирай. Ну, хочется рискнуть, хочется. Ну, даже, может даже просто в горы подняться. Я люблю горы, я люблю вот этот, просто испытать кайф вот от всего этого. Не знаю, мне вот нравятся горы почему-то. Ты себя там чувствуешь свободным. Да и, опять же, да, почему-то я люблю рыбачить вот в Адлере на форельном хозяйстве. Потому что ты будешь стоять лицом в сторону гор, ты будешь видеть просто потрясающие горы, ты будешь видеть потрясающие облака. Ну, правильно же говорю, нет? И да, вход 400 рублей. Вроде скажут, что это дорого. Но, ребят, я могу сказать, что недорого, потому что вы приедете, и вы ничего не поймаете. Поэтому вам только выйдет 400 рублей. Если, конечно, вы будете ловить рыбу прямо хорошо, выйдет, может быть, даже дорого. Ну, не дороже, чем, например, поездка в Астрахань. В Астрахань билет стоит 7 500 рублей. Туда 7 500 обратно. 15 тысяч. Плюс там еще на проживание 2000 рублей. Плюс там еще кое-что. И в итоге получается рыбалка вам в Астрахани, а это по сути тот же самый платник, у вас выйдет там даже на 3 дня у вас спокойно уходит на человека по сколько там? По 20? Какой по 25? По 40 даже уходит, да, на человека мы с собой ездили? Ну да. И все. Здесь вы можете тоже так же приехать, кайф половить, рыбку, не тратить там очень много времени там на... Не знаю, на что. Хотя рыбалка в Астрахани по-своему хороша, но то, что обычно любят ловить, там, воблу и так далее, по мне лучше форель половить. Для меня форель ценнее, чем вобла, потому что с форелью можно делать все. Хочешь духовки, хочешь коптишь, хочешь солишь, да? Хочешь жаришь. Вот. Я считаю, форель – это универсальная рыбка. Да, у меня нормально, у меня еще хватит на 80 километров. Здесь, видишь, еще рассматривают, вот я раньше тоже думал, платник 400 рублей, там, ну как-то нет. А с другой стороны, вот ты приезжаешь, когда, где плотишь, там всегда чисто, урны стоят, есть вода попить, есть туалет сходить. Да? Нет, это давай вот так, да. Реально. Есть какие-то мосточки, вот. Но если...
хочешь с комфортом действительно порыбачить, но за это, за эти услуги ты платишь. Что здесь? Они что, убирают, все делают. Поэтому вот даже в Орске мы ездили, помнишь, это как в сторону Оренбурга ехать. Просто есть платники, которые стрёмно даже туда ехать. Например, платник есть, например, вот на Сергее Поле. Там ни туалета, ничего, там просто сарай с сараем, там все грязно. И это платник. И, конечно, ты тогда спрашиваешь, а за что ты должен отдать деньги? Ну, или, да, например, есть у нас другой платник, да, например, на Красной Поляне. Килограмм форели стоит 1500 рублей, на тебе приготовят. Там она вот такая мелкая, клюет чуть бы не на палец. И в таком платнике, ну, не совсем комфортно рыбачить, потому что не то. Здесь же, я могу сказать, есть интерес. Именно в том плане, что здесь не каждый сможет поймать рыбу. Ты согласен со мной? Конечно. Сколько раз мы, да, и даже тебе твои рыбаки говорят, вот там просто так, там платник. Да, здесь, знаете, есть такие уникальные платники. Например, на Чегеварском озере вы всегда поймаете. Там, потому что, ну, все равно, хочешь не хочешь, даже по теории вероятности. А здесь были даже такие случаи, папа не надо соврать, мы приезжали, я, папа и Леха, и мы за весь день ловили одного карасика. Было такое? Это же платник? Платник. Притом нельзя сказать, что мы нубиары, или как я первый раз, когда приехал на форелевое хозяйство, приехал, помню, там, с Юлей, ни одну рыбу не поймал. Понимаешь? Потому что я не понимал, ну как так, на что там, и все. Приходится уметь, говорю, вот если, например, вот захотели поймать форельку на поплавочную удочку, да, вы здесь ее поймаете, потому что здесь взяли, там, насадили, там, сделали глубину, там, 70 сантиметров, взяли, насадили ту самую креветку и все равно поймаете, просто даже, ну, как бы все равно. А вот попробуйте на спиннинг поймать, офигеете ловить, правильно же? Или, например, тоже бывает здесь на удочку может взять сазан, а бывает ты можешь здесь просидеть, вон, помню, соревнования прошли по карповой ловле, максимально. Поймали, знаете, сколько за 5 часов? 3,5 килограмма. Да, 3,5 килограмма. Профессионалы, карповики. Или, например, те же самые эти у нас соревнования по форели. Ты вспомни, да нифига, да, мы стоим ловим, они не ловят. Ну, у них какие-то условия, они должны именно на железку, именно еще что-нибудь. Поэтому здесь я могу сказать, что это такое. Ну, как бы, а еще сложнее поймать на море. Половина вот этих вот ребят, которые спортсмены и так далее, которые там специализируются на карповой ловле, либо на форели, они на море даже вот такую маленькую пипиську не поймают. Правильно? Согласен со мной? Сколько было таких? Приходят там у вас, ты же видел, приходят, типа, вот на форелевой, это, все, давайте в море. Приходят там в куртках там по 200 тысяч, там со спиннингами по 50 тысяч. Приходят, тык-тык-тык-тык-тык-тык, сидят деды, ловят, они ничего не ловят. Правильно? Есть такое? Поэтому это то еще. И слава богу, что есть я, который делится секретами. В прошлый раз я тоже сейчас видеоролик домонтирую, где я тоже там рассказал, как там, что лучше ловить, на что ловить и так далее. И будет. Кстати, вот сейчас мы быстренько с тобой порыбачим. Потом я дождусь одного человека, поеду сниму дом, потом покажу вариант для самых умных, которые хотят без, не знаю, там, без оплаты, не знаю, там, риэлтора, без дизайнера, без архитектора, без оплаты прораба, которые хотят дом, вот тоже этот вариант буду снимать с Олегом. Как бы есть разрешение на строительство, есть участок, есть коммуникации. Да, ради бога, бери и все. Как бы, если не хочешь переплачивать, если хочешь сэкономить там. Да, спортсменов здесь много. И буду для них снимать здесь сюжет такой-то, определенный сюжетик. Мусор откуда-то там взялся на дороге, необычно никогда нет. Слушай, ну хорошо доехали за 40 минут, а у меня показывало, что типа целый час нужно было ехать. Слушай, ну очень даже хорошо, да, прям? Притом мы не грубили, ехали с нормальной скоростью, да, никого не подрезали, ничего. Еще за машиной, за грузовой, помнишь? Да, слушай, прям очень хорошо мы проехали, прям прекрасно, хотя сегодня пятница. Слушай, ну тяжело у тебя жизнь была. Не жалеешь? Что-нибудь пожалел бы, ну, поменял бы в своей жизни? Ну, не знаю. Да что тяжелое? Вот знаешь, тяжело, когда ты вот схватил штангу, да, поднять не можешь, тяжело. Потом все-таки поднял,
потом второй раз поднял, третий, а потом тебе говорят, тяжелые штаны. Да не, нормально, вот так же жизнь. Да пойдет, что. Вот когда вот это все сталкиваешься, вроде тяжело, там, это, у людей есть привычка забывать все плохое. Ну ты же забыл уж, да? Как профукал деньги, да, которые тебя забрало государство, да? Все, да, уже забыл? Нет, это я не забыл. Почему? Потому что я не люблю таких хитрожоп. Ну все, обидно, да? Тебя обокрали, детей твоих обокрали, считай. Да мне не обидно, мне эти деньги до лампочки. Вот детям, детям откладываешь, а они говорят, фиг тебе. За меня не обидно, понимаешь? Вот, сам виноват, надо было в лобешник давать, когда вот это была контрреволюция. А вот уже у детей, когда вот это все хапают, вот. Это, ребят, про те деньги, которые лежали на книжке, которые на сберегательные, которые просто в один прекрасный момент взяли просто у тебя, и эти деньги, которые у тебя все были, позабирали. Взяли все и позабирали. Вот как бы так. И в том случае уже я для себя до сих пор понял. Меня, знаешь, если посмотреть, я реально нищий. У меня денег нет. Бывает. Ну, я тебе серьезно говорю. У меня денег нет свободных. Я все свободные деньги там либо в землю вкладываю, либо покупаю квартиру, либо еще что-нибудь. Я беру и деньги храню в товаре. Вот это я правильно. Все равно, хоть я был и маленький, но я помню, как в один прекрасный момент просто взяли, мы стали, можно сказать, стали, ну, не только мы, вся страна стала нищими. Просто взяли и жестко обокрали. А так как я сейчас очень много времени вечером уделяю истории, я реально, мне нравится историю. Я так в школе историю не изучал, как сейчас. Сейчас я понимаю прекрасно, что история циклична, ее нужно изучать, потому что у нас, по сути, если посмотреть, у нас все повторяется, правильно? Ну, согласен с этим утверждением? То у нас было раскулачивание, да, в свое время, да? Все приходило у нас в... Был период, когда приходило все, все у нас в государство уходило. Потом было, когда у государства все в частные руки приходили. Было такое? Было. Потом сейчас наступил период, когда с частных рук переходит у нас куда опять? Государству. И такой вечный круговорот. И с деньгами то же самое. С этими, если посмотреть, сколько было реформ, и когда была реформа, и так далее. И самое интересное... Я раньше не понимал поговорку, когда говорит, что тяжелые жизненные обстоятельства, тяжелые условия порождают сильных людей. А когда у тебя все хорошо, все это, я думаю, как так? И я понимал прекрасно, что какие бы серьезные моменты не были в нашей жизни, все равно становились только сильнее, и были скачки и так далее. Знаешь, какой парадокс? Вот 21 год был относительно стабильный. Согласен же? Все было хорошо, все было стабильно. Но был какой-то застой. Потом началась специальная священная военная операция, все пошло. Какая священная? Ну, ладно, ну, так надо, ты же сам говоришь, что нельзя говорить тупой, нельзя, да, это да, священная, да, операция, да, пошла, в и кавычках. Так далее, там все. Не в кавычках, ты же просто самое лучшее, ты что, самое. И у нас, говорю, у нас как так получилось, что автомобили подорожали в 2,5 раза, и за 2022 год у нас рекорд по количеству, сколько денег вывалили на автомобили, сколько было покуплено и так далее, понимаешь? Значит, нашему человеку нужно, чтобы жареный петух в одно место клюнул, чтобы он там начинал что-то там делать и так далее. А с деньгами почему сейчас тоже, я тоже посмотрел, сейчас читаю экономику и понимаю, что когда деньги лежат у себя где-нибудь там на книжке лежат, вот как, знаешь, как при советской власти тоже у нас было, на книжке лежат, еще что-нибудь. И когда деньги не работают, когда нет вот этого товарооборота, когда там ничего не покупается, не продается и тому подобное, и как раз экономика на этом фоне и развалится, хотя может там ВВП быть на душу населения просто огромное, но при этом у тебя может быть это. Поэтому как бы нужно и покупать, и зарабатывать, и тратить, правильно же, и на рыбалку сходить, и... Вот, например, мы сейчас возьмем там, например, там, да, там, ну, пускай там порыбачим, поймаем пару форелек там, да, здесь. Здесь, соответственно, возьму там, вот я смотрел, там у нас как бы за счет нас, у нас взяли там сейчас беседки красивые сделали, да, еще что сделали. Сейчас хотят там еще что сделать. Нет, нормально. Надо делать. Нормально. Ладно, ребят, всем добра и пока.